Привет всем, Ирина Казино. Сейчас уже ночь. Мы ищем красивые злачные места с мужем. Скажи привет. Привет. Давай поселку. Вот, везде эскалаторы. И сейчас видела женщину-инвалида. Передвигается себе на колясочке. Никаких проблем. Смотри, не смотри. Вот как инвалиды передвигаются. Инвалиды как передвигаются запросто. Мы еще здесь, да, не фоткались. Тигр. Так все красиво сделано. Вот в этом кафе я пришел утром. Это все мы идем через такой, как это называется? Ну, проход между зданиями. Проход между зданиями. Везде казино. Везде казино, везде рестораны. И так можно пройти целую улицу, да? Да. А там что? А там что? Я тебе сейчас покажу с этой стороны. Rome Island Bar. Вон написано Rome Union Island Bar. Может быть, тут какая-то есть такая, которая всегда на тележке катает туда вниз, я не знаю, или это просто для понта такая. Думаю, что это декорация просто. А вон там машина, смотри. Эту машину можно выиграть, там написано, да? Написано, winner so far. Are you next? А ты следующий? Да, ты следующий. Сколько здесь нужно лет прожить, чтобы ее выиграть? Сколько здесь казино? Я не знаю, 4 или 5, наверное. Вот одно из них Эльдорадо, я не знаю. Город, который не спит, да? По-моему, тут никто не спит. Каждый должен выпить ромом. Должен попробовать ромом. Мы, собственно, вот ради чего сюда приезжают. Столы, столы, столы. Все играют. Кто-то выиграл, это уже казино, тут серьезные игры. Мы в этом ничего не понимаем. Давай, нажимай. Короче, мы заплатили $1, смотрим. 2
Ну здесь доллары, там доллары. Ага. Ничего не выиграли. Где написано? Ну должно все три совпасть должно. Ага. Вот видишь, если семерки, ага. Семерки. 5, 5, 5, 15. Короче, сколько мы уже? 2 доллара, да, подарили. Еще хочешь? Выигрывайте всегда казино. Давай еще один. Давай последний, бог не тронется. Вот теперь будем пробовать играть, как пол Америки просаживает свои бабки. Берем $1 и вставляем в машину. Схавало очень быстро. Нажимаем что? То, что выиграли. 100 пенсов, спин. One line, three lines, one line. И будем играть сейчас 100 раз. Мимо. Мимо. Ух ты, выиграли. А что делать теперь? Кэш аут. Что делать? Владимир, да ты, я не знаю, что мы выиграли-то. А я не знаю, что делать. Winner paid. One line. Мы выиграли $10, да? Да, я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что с ним делать. Очередной выигрыш. Стали богатыми. 70 центов выиграли. Играем дальше. Кэш аут. Денежки посыпались. 50 центов, смотри. 68 центов выиграли. Все меньше и меньше. Давай в твой аппарат. Это я выиграла. 88 центов. Давай. Жрет только так. Это... Легко. Легко жрет доллары. Да господи, да что он не вставляет себе? Это значит, нужно быть лещей. Все, давай. И куда пуш? Вот теперь надо вот сюда нажать. Куда? Бит ван. Куда ты нажимаешь? На бит ван кредит. Все, теперь нажимаю спин. О, все, пошло. Опять ничего не выиграли. Вот зараза. Все, можем сваливать отсюда. Ну да. Повтори насчет этих балконов. Здесь нет балконов, почему? Чтоб народ со злостью не выбрасывался, когда проиграется до штанов. Так что, люди, приезжайте в Рино, привозите свои денежки. Зато вчера я видел одного удачно выигравшего, которые друзья под руки волокли и секьюрити помогала. Никакой полиции, никакой милиции, никуда его никуда не забрал, его аккуратненько доставили в номер. Это было... Вот показываю непорядок, пепельницы полные. Здесь должны все убирать за такие бабки. И у мужа возник анекдот на эту тему, да? Да, рассказывай. Да, да. И зашел у них разговор про машины, да? Говорит, ты на чем ездишь? Говорит, да я недавно купил себе 500-й Мерседес. Говорит, и что? Ну, пришел в салон через пару дней. Я говорю, поменяйте мне машину. Они говорят, а что, так плохо работает? Что-нибудь с двигателем? Или еще что не так? Да нет, все хорошо. Говорит, ну, только, говорит, пепельница полная. Вот и тут непорядок. Казино можно курить, но здесь непорядок. Здесь все должно убираться за такое бабло. Правда, Вова? Скажи здесь. Здесь все не рассчитано непорядок. На то, чтобы давали бабло, рекламу, вот это все. Эти все скульптуры. Мы еще не дошли до каких-то там выставки пистолетов. Все. Здесь рассчитано на то, чтобы люди давали бабло. Очень интересно, кстати, наблюдать за мимикой людей. Они так волнуются, когда проигрывают свои денежки.
Это вообще, это целый театр. Мы вчера наблюдали за одной женщиной. Как она руками хлопала по экрану. Она там хлопала. Доллары сверху падали вниз, и каждый доллар надо было дотронуться. Это такая игра какая-то непонятная, но я понимаю ее азарт. Она их хотела все захватить в плен. Да, и был еще один мужчина, у него тоже началась истерика. Он нервно дергал головой в нашу сторону. Муж сказал: не смотри на него, иначе сглазишь. Подойдет и ударит по лицу. Ну да. Все тут играют азартно. А мы с мужем валяем дурака и наблюдаем и балдеем. Отожрались от пуза, напились пива и вина. Отдохнули. И думаем, чтобы кто бы нас в номер завез на тележке. Вот-вот. Свои денежки бережем. Отдавали свои денежки. Все, вот, Паша, пиши, куда ты. Боже мой, а пол какой. Все блестит. Дай собрать. Где мы, бля, мы потом не найдем, где. Так, это мы уже на улице. Во, как все сверкает. Красотища! Пошли? Вам нельзя. Нам красный свет. Это Рино. Это маленький Лас-Вегас. Штат Невада.